Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, по итогам года в консолидированный бюджет края ждут поступления не менее 208 миллиардов рублей. 100% финансовый результат должны показать все муниципалитеты. За наполняемостью бюджета стоит выполняемость всех наших социальных обязательств перед нашим населением, перед каждым жителем города, станицы, села, хутора. В рейтинговой таблице края по поступлению доходов в консолидированный бюджет наш город находится на 10-м месте среди 44. В денежном эквиваленте это 3 миллиарда 783 тысячи рублей за 9 месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост доходов консолидированного бюджета города-курорта составил 17%. В местный бюджет, по данным на 1 октября, поступил 1 миллиард 346 миллионов рублей собственных доходов, что на 10% больше, чем в 2014. В то же время в Анапе продолжается работа с налоговыми неплательщиками. В арсенале судебных приставов действенные рычаги. Лишение должников права управлять любым транспортом, ограничения в операциях с банковскими счетами и на выезд за границу. Рейдовые мероприятия пройдут в ближайшие дни.